Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина «Лента». Ездила я вместе с мужем со своим. У нас уже темно, как вы видите, и холодно, морозно. На улице минус 13 градусов у нас. В общем, давайте сейчас покажу закупку. Так, я начну отсюда. Во-первых, здесь у меня 5 килограмм картошки. Сетку взяли на развес, она какая-то не очень была, по мне так. Вот, и вот эти вещи, это вообще нужно было мне пробить, конечно, отдельный чек, но я что-то как-то не подумала, если честно. Это меня попросили купить. Это я, девочки, не для себя, скажу сразу. Вот, это меня попросили купить. В общем, тут соседка знала, что я поеду, и она попросила меня купить вот такие пеленки для ребенка. Они, кстати, там были со скидкой. И гель для стирки я взяла вот такие, потому что, ну, я там списывалась, фотки отправляла, потому что я уже забыла, какие, я уже обычным порошком стираю. В общем, взяла вот такие, они у меня испачкали, сверху картошка лежала, и я сейчас их сполосну и, в общем, отнесу. Два вот таких геля для стирки. Это меня попросили купить, это не мое, да. Дальше себе домой из бытовой химии я купила вот эти Бреф, они все еще по акции висят, я поэтому добрала туалетную бумагу и вот этот кондиционер. Он мне очень нравится, вот эти кондиционеры, есть вот такой фиолетовый и розовый, они достаточно жидкие, расходные, ну вот что-то такое постирать. Отлично. Придают, кстати, хороший аромат. Ничем не хуже, по мне, так Ленора. Стоит намного дешевле. В этот раз акция, по-моему, вообще 90 или 109 рублей стоила вот такая банка. Здесь 2 литра. Так, пёсина моя, как всегда, все проверила уже, да? Вот, и давайте здесь начнем уже с продуктов. Была акция на мясо. Мясо... Что это у нас? Это у нас... лопатка, и стоила вот здесь вот 299 рублей, но на кассе должны были пробить за 199, то есть скидка на кассе. Я, соответственно, взяла сразу много, 4 килограмма. Я все вот это дело, ну, может быть, кусочек оставлю потушить мясо, а все остальное перекручу на фарш. И, кстати, делала тут в прошлый раз, забыла купить говядину, и спокойно из свинины, свиные такие котлетки, фарш, конечно, свой намного лучше. В общем, это у меня на фарш. Также была акция на курицу. Стоила она что-то 99 рублей, что-то в этом духе. Она, правда, небольшая, но вот я взяла две штучки, я их разделаю. Грудку отдельно, в общем, спинка у меня пойдет на супчик, косточки пойдут на супчик, и, соответственно, ножки, крылышки тоже у меня будут отдельно. По акции всегда вот беру. Дальше сосиски мясные, и я еще взяла наггетсы. Вот такие, тоже на них была скидка, наггетсы классические и вот такие хрустящие. Сама я детям тоже делаю наггетсы, это в основном у меня муж берет с собой. Вот. Так, дальше колбаска вот такая вязанка классическая, потом вот такая Дымов, это муж у меня взял, вот такая вот. И здесь сыр, легкий сыр Богатов, да, и... вот какой-то Лента премиум Маздам. Ну, Маздам я очень люблю сыр. 184 рубля кусочек. Дальше молочка. Вот такое молоко лентовское. Правда, 3,2%. Что-то я взяла. Не знаю. Сейчас разгружала, не подумала. Они там вперемешку стояли. 2,5-3,2. Но, в принципе, мне все равно. Я молоко беру, как я уже говорила, чтобы добавлять в кофе, блинчики каким-то напечь, что-то в этом духе. Взяла еще йогурты Слобода. Очень люблю вот эту марку Слобода. Очень хорошие йогурты. Я взяла вот такой с малиной. Это я себе взяла. Вот. А это, не знаю, может быть, мои мужчины попробуют. Арбуз и мята. Вот такие вот два йогурта на пробу взяла. Вообще много новых вкусов появилось. Там с вишней какой-то морозный или что-то в этом духе. Дальше масло из Вологды. Вот это вологодское масло тоже мне очень нравится. В общем, вологодские молочные продукты тоже очень вкусные. Взяла кусочек масла. Это я взяла деткам и Иммунельки. И взяла вот творог. Правда, был только обезжиренный творог. Я беру недорогой. Это мне на выпечку. И спасибо огромное той девушке. Я уже во влоге рассказывала, кто мне посоветовал творог замораживать, потом размораживать и использовать для выпечки. Вот я как раз для таких целей, что называется, купила 4 пачки. Я сейчас их брошу в морозилку и потом что-нибудь вкусненькое испеку. Муж купил рис японский. Это для
то, чтобы делать суши, у нас закончился. И вот такой вот он уксус все время использует, добавляет его в рис. Вот такой. Ему, кстати, очень нравится вот это сенсой, или сенсай, как правильно он называется. Он до этого какой-то другой брал, но сказал, что вот этот вот лучше всего. Вот. У меня муж профессионал по сушам, по сушам, роллам. Также здесь взяли сразу 4 упаковки сахара. Я обычно сразу 3-4 беру, потому что часто забываю покупать сахар, и чтобы вот он у меня в доме был. Дальше хлеб булка. Во-первых, вот этот кукурузный хлеб, который очень вкусный, стоит 63 рубля. И он прямо вот, даже если он черствеет немножечко, я его потом в микроволновку ставлю, и он прямо становится такой мягкий, ароматный. Очень классная выпечка вот этого ленты. Взяла также вот такую питу. Я ее обычно вот так разрезаю и делаю там с салатиком, с нурчиком, огурчиком. Там можно мяско, можно все что угодно внутрь туда. Очень вкусно получается. Батон взяла. Вот такой я беру часто. Чаще всего для котлет использую. Есть еще дешевле, 365 дней, но когда начинаешь размачивать булочку, она такая прям тянущая такая становится, не очень мне нравится, а вот это на котлетке хорошо идет. И хлеб вот такой лентовский ржаной. Так, дальше у меня здесь всякого вкусного. Себе я взяла вот такие... Грецкий орех, орехопекан почему-то опять нет. Я не знаю, вот в моей ленте нет орехопекан. Ну ладно, взяла вот такие грецкие орешки. Очень я их люблю. У меня домашние их практически не едят, одна я только ем. И здесь вот взяла, повелась на скидку, были со скидкой вот эти Яшкино, кстати, вкусные у Яшкино пряники. Они как раз были со скидкой, я взяла с вареной сгущенкой и сразу с шоколадной. Вот, но они вот эти вкусные, я знаю, как-то покупала. Потом овсяное печенье тоже, по-моему, со скидкой была я. Взяла соломку соленую, это мужчинам, сушки с солью, и сушки вот такие простые. Это мне что-то захотелось, обычных простых сушек. И вот такую жареную кукурузу, вот эту вот соленую. Очень любят у меня ее мужчины. И как, так как я ездила с мужем, конечно, тут у меня еще лимонад. Это, я так понимаю, пиво вот такое. И чипсы. Ну, да. Такие, в общем, 4 аж целых пачки. Какие-то с сыром, 4 сыра и вот такие вот. Также взяли кофе. Очень люблю вот это кофе. Оно было со скидкой 700 с чем-то рублей. Здесь килограмм. 799 или что такое, насчитайте, 800 рублей, да? Килограмм. И вот это очень вкусное кофе. Оно продается и молотое в том числе. Я беру в зернах вот это. Вот с этими девушками разное. Оно со всеми вот этими, ну, как вот это, челма называется, и зеленый, и фиолетовый. Там, в общем, оно действительно очень вкусно. Так, здесь у меня щипа для копчения. Это вот муж у меня коптит, когда мяско. Вот ольху он берет, не знаю. Вот. И фрукты. Ананас. Тоже он был со скидкой по 79 рублей. Я уже говорила, я покупаю вот такие зеленые ананасы, ставлю их 3-4 дня при комнатной температуре. Они немножко так вот желтеют, вот это вот, да, все, и они становятся очень вкусными. Сразу я не открываю ананас, то есть сразу не нарезаю, не ем. Он должен настояться, скажем так. Тогда будет очень вкусный. Так, яблоки Golden. Вот такие на 120 рублей. Здесь мандарины. Нет, это, да, это мандарины. Бананы взяли вот такие зелененькие. Они хорошо, они тоже при комнатной температуре доспевают по 55 рублей. Взяла я себе свой любимый виноград, вот этот тайфи. Обожаю его. Вот он раньше был по 120 рублей. Сейчас уже, видите, 230 за килограмм. Взяла тут веточку небольшую. И появилось в ленте появились личи. Очень я их люблю. Я, конечно, советовать не буду. Здесь это, ну, кому как нравится. Вот из всех домашних одна я только ем вот эти личи. По мне они чем-то напоминают кружевник. Не знаю чем. Вот, но это, конечно, как говорится, на вкус и цвет. То есть попробовать советую, но вот может не понравится, да. Тем более они не дешевые, но не всегда, личи всегда не дешевые, ведь почти, считайте, 300 рублей за килограмм. Также взяла киви немножко, побоялась, что будут кислые, по 119 рублей. Взяла один гранат, ну,
один, потому что я все время, когда два покупаю, второй у нас обычно портится. Поэтому вот раз решила один взять на 112 рублей. И здесь у меня еще лук. По 17 рублей все время беру вот этот эконом. Хороший лук. Отличный. Так, томаты у нас. Тут этикетка оторвалась. Ну, в чеке будет видно сейчас. И огурцы вот эти вот в упаковке. На развес они все мороженые. Поэтому беру в упаковке. Вот. Так что вот такая вот, в принципе, небольшая закупка у нас получилась. И я вам сейчас покажу чек.